Может, и пошли бы дальше, что-то командование просто меняется какое-то. Может, не но надо рисковать тогда? Командир бригады, говорит, штатных людей вообще не осталось. А бригада сколько? 1500 людей. Штатных вообще человек, может, там десятками остались и все. А что, куда их? Все, им конец, что ли, все? Да, 200-й, 300-й, да. Ё-моё. Ну, кто отказался там? Домой поехали? Ну, в обратное. Рапорта ну, писать. Ну. Ну, может, тоже поедете? Не знаю. Ну, у нас народу здесь больше, меньше 100 человек осталось. Ё-моё. Чё это, думаешь-то, ехать или чё? Двигаться дальше или уехать, позор. Нафиг, если командование плохое, зачем поедете? Чё рисковать, если все объективно не очень хорошо, то, наверное, не надо ехать. У вас есть возможность какая-то остаться на месте или там еще как-нибудь? Не знаю, нет. Либо вперед, или... Типа нельзя, да? Ну ты же говорил, что типа у вас некоторые остаются на месте, просто не двигаются вперед. Не знаю, не обсуждали еще. Что-то просто новости смотрю, ничего там благополучного не прогнозируется на будущее. Да, давно новости не смотрел. Наши все бегут, никто не хочет ехать там. Да, конечно. Да, конечно, было бы еще что-то нормальное, нифига, все тяжело. Командиры дырявые всякие там. Ну. Обеспечения никакого нету, это должно, то должно. Обеспечение плохое еще? Ну, все старое, у нас ночников даже нету. Ни тепловизоров, ни ночников. Ну и куда ехать тогда? Нафиг отказывайтесь тогда. Посмотрим. Что смотреть-то? Как ехать-то, ничего нету, если. Дело-то нормально, ночью пусть. Ну а ночью как? Нафиг не ходите лучше. Да. Еще вас некоторые хитрожопые ноги подвернули, поехали домой. Ты что не хитришь? Так посмотрим, что подумаем.